Всем моим зрителям огромный привет! Сегодня в этом видео смотрим с вами новинки из магазина «Светофор», который находится по адресу город Азов, улица Кооперативная, 15Г. Если вы еще не подписаны на мой канал, не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новинку, ну а также оставляйте свои отзывы и комментарии. Всем отличного настроения и приятного просмотра! Средство для мытья посуды марки АОС в упаковке 1 литр, цена 68,50. Универсальное средство для чистки марки Доместос в упаковке 1 литр, в наборе 2 бутылки, цена 157,50. Кондиционер для белья 3 литра Альпийская свежесть, цена 88,50. Гель для стирки Сорти для цветного белья 3 литра по цене 224,50. Гель для стирки цветного и белого белья 3 литра, цена 168,50. Жидкое хозяйственное мыло 1,5 литра в упаковке, цена 50 рублей. Крем-мыло с экстрактом черешни в упаковке 1 литр, производит Ростовская область, город Батайск. Цена 50 рублей. Также есть с ароматом кокоса. Увлажняющий крем для тела и рук в упаковке 250 мл, это российское производство, цена 32,50. Зубная паста Локолют в упаковке 60 грамм, цена 61 рубль. Зубная паста Extra Dent 170 грамм по цене 26 рублей. Ополаскиватель для полости рта с экстрактом ромашки в упаковке 500 мл. Цена 31 рубль. Жидкое средство Pitnox 1,5 литра. Оно не содержит хлора, удаляет пятна с одежды. Цена 71 рубль. Белизна гель в новой упаковке объемом 1 литр. Данное средство дезинфицирует. Также с помощью него можно выводить пятна с белой одежды. Цена 36 рублей. Универсальная салфетка из микрофибры в наборе 5 штук размером 30 на 30 сантиметров. Вискозные салфетки размер 30 на 25, 10 штук по цене 21 рубль. Универсальный тент на люверсах размером 3 на 4 метра. В магазине был только один цвет, это темно-синий. Цена 224 рубля. Пластиковый ящик для инструментов, он изготовлен из очень плотного пластика, это производитель Китай. На крышке вверху есть два небольших отсека. Верхняя часть закрывается на специальную клипсу, внутри никаких разделителей нет. Верхние контейнеры имеют внутри небольшие разделители, они несъемные. Цена 288 рублей. Пластиковый органайзер размером 38 на 15 сантиметров. Внутри уже есть разделители и перегородки можно переставлять в разные места. Цена 164 рубля. Для сада в магазине есть колышки для подвязки. 10 штук, цена 188 рублей. Парниковая пленка в виде рукава. Общая длина 10 метров, ширина 3 метра. Цена 156 рублей. Рассадная кассета на 40 ячеек. С крупными отверстиями. Цена 34 рубля. Садовая решетка. Общая длина 10 метров. Цена 440 рублей. Парниковые дуги в наборе 6 штук. Длина одной дуги 20 метров. Цена 237 рублей. Декоративный заборчик для сада. Называется «Бабочка». В комплекте 9 элементов. Общая длина 3 метра. Это российское производство. В магазине есть два цвета. Желтый и зеленый. Цена 204 рубля. Для сада также есть защитное средство, называется зеленое мыло в упаковке 1 литр, бутылка с дозатором, цена 74 рубля. И еще одна новинка, это уличный светильник в виде фонаря. Корпус изготовлен из пластика, это российское производство. Крепить его можно как вверх, так и вниз. У производителя есть несколько дизайнов светильников. Цена 258 рублей. Для сада в магазине еще можно приобрести саженцы за 100 рублей. Из мебели в магазине есть обеденные стулья с мягкой спинкой. Чехол изготовлен из кожзама, внутри мягкий наполнитель, это поролон. В магазине три цвета, это серый, бежевый и белый. Все стулья упакованы в полиэтилен. Цена 1030 рублей. Также есть стулья с металлической спинкой, цена 535 рублей. Для ванной комнаты есть интересные коврики. У них в наборе два коврика, это размер 50 на 50 и 50 на 80 сантиметров. Все коврики идут на войлочной основе, и это российское производство. Цена 252 рубля. И также есть ковры размера 1,20 на 80 сантиметров на ПВХ основе. Эти ковры скользить не будут. В магазине несколько видов расцветок. Цена 550 рублей.
В отделе заморозки есть рыба, это пикша, и замороженная форель. Также смесь овощная мексиканская за килограмм 92 рубля. Компотная смесь из ягод 1 килограмм 111 рублей. Колбаски в оболочке для жарки, цена за килограмм 150 рублей. Также есть охлажденное мясо, это свинина на кости, цена за килограмм 188 рублей. Творог 9% жирности, упаковки 700 грамм, производит город Ростов-на-Дону. Состав даже очень хороший. Цена 100 рублей. Творожная масса с ароматом ванили, это этот же производитель, упаковки 1 килограмм. Цена 120 рублей. И также есть сметана, жирность 20%, упаковки 800 грамм. Цена 71 рубль. Также в магазине есть квашеная капуста с морковью, упаковки 1 килограмм. Цена 43 рубля. Морковь по-корейски, упаковки тоже 1 килограмм, цена 68 рублей. Слоеные трубочки со сливочным кремом в упаковке 700 грамм. Производит Краснодарский край. Цена 146 рублей. Мягкий сыр рикотта в упаковке 500 грамм. Цена 155 рублей. Подушка размером 70 на 70 сантиметров, внутри полиэфирное волокно, наволочка изготовлена из 100% полиэстера, это российское производство. Цена 200 рублей. Этого производителя есть одеяло, внутри наполнитель полиэфирное волокно. Цена на экране за двухспальное и полутораспальное одеяло. Плед из флиса размером 150 на 200 сантиметров, разных расцветок, производит город Краснодар. Цена 250 рублей. Набор наволочек из 100% хлопка, ткань называется Ранфорс, это производитель Пакистан. Цена 201 рубль. Простынь на резинке этого же производителя из 100% хлопка, ткань тоже называется Ранфорс, есть как однотонная, так и с рисунком. Цена 365 рублей. Из одежды в магазине есть детские и женские футболки, они изготовлены из 100% хлопка, производит Республика Узбекистан. Ткань на ощупь очень мягкая и приятная. Женская футболка по цене 121 рубль, детская 69. Женские бриджи черного цвета, не изготовлены из вискозы, пояс на резинке. Цена 170 рублей. Из теплых вещей в магазине есть жилет на синтепоне по цене 424 рубля. Из текстиля в магазине есть постельное белье, полутора- и двухспальные комплекты, цены на экране. Изготовленное оно из полисатина, это 100% полиэстер, производит город Иваново. В этих комплектах наволочки размером 70 на 70 сантиметров. Можно выбрать разные расцветки, есть как темные, так и светлые. И еще раз показываю цены. Набор махровых полотенец, они изготовлены из 100% хлопка, в наборе два полотенца разных цветов. Размеры полотенец 30 на 60 сантиметров. Производитель Узбекистан. В магазине хороший выбор цветовой гаммы. Цена за набор 139,50. Из обуви в магазине есть женские и детские кроссовки. Верх изготовлен из полиэстера. Затерялся один сапог утепленный. А подошва у этих кроссовок изготовлена из материала Эва. Внизу вы видите цены на детскую обувь и на взрослую. Из посуды в магазине есть ковш по цене 163 рубля. Спортивный шейкер по цене 100 рублей. Эмалированная кастрюля разных цветов на объем 9 литров. Цена 566 рублей. Кастрюля из нержавеющей стали на объем 5 литров, цена 628 рублей. Тарелка диаметром 19 сантиметров, цена 41 рубль. Форма для запекания из стекла, цена 267 рублей. Для детей в магазине тоже есть разные игры, можно приобрести набор для лепки или, например, приобрести большие раскраски, и также есть книги для повседневного чтения. На этом мой обзор заканчивается, спасибо, что вы были со мной. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новинку, ну а также оставляйте свои отзывы и комментарии. Всем отличного настроения, до скорых встреч, пока-пока!